Более 90% преступлений в сети с вымоганием денежных средств подвергаются люди старше 65 лет. Об этом заявил руководитель Управления Республики по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. На брифинге обсуждали проблему интернет-мошенничества, а также говорили о профилактике и предотвращении кибермахинаций. Наши персональные данные являются для нас бесценными, потому что они являются частью нашей личности в цифровом мире. То, с какой легкостью мы эти персональные данные распространяем, то, с какой легкостью мы эти персональные данные где-то публикуем, где-то размещаем, охотно даем согласие на их обработку, подчас даже не вчитываясь в то, что является условием для использования персональных данных. И тогда мы делаем первый шаг к тому, что можем стать жертвами преступного посягательства. За прошлый год было зарегистрировано более 500 тысяч подобных преступлений. Среди них каждое четвертое – мошенничество в сети. С гражданами республики проводится регулярная профилактическая работа, СМС-оповещение, раздача памяток о том, как предостеречься от мошенников в сети. Необходимо в кратчайшие сроки, если стали жертвами мошенников, в кратчайшие сроки обратиться в полицию, значит, изъяснить суть произошедшего. Вот, и, значит, сотрудники, как правило, в кратчайшие сроки уже проводят доследственную проверку, либо уже после возбуждения приступают непосредственно к расследованию данных уголовных дел.